Министр просвещения провел встречу с руководителями управления образования северных регионов страны. Гани Бисимбаев обсудил с ними итоги первого полугодия и перспективы на 2024-2025 учебный год. Основные темы обсуждения – это повышение качества образования и безопасность детей. Руководители управления образования Северо-Казахстанской, Акмолинской, Кустанайской и Карагандинской областей приехали в столицу для обсуждения самых актуальных вопросов. Напрямую с министром просвещения говорили про образовательные планы, новые проекты и многое другое. Мы должны подчеркнуть для себя, что безопасность детей очень важна. Мы не должны допускать недочеты в будущем. Еще есть вопрос педагогических кадров, необходимо это контролировать. У нас есть педагогический вуз, и сейчас мы прорабатываем механизмы с министерством, приводим в порядок, усиливаем работу вместе с Орлеу. Необходимо работать над качеством педкадров. Гани Бисимбаев озвучил главные задачи, такие как защита прав детей, повышение качества организации питания, усиленное сотрудничество с родительскими комитетами, передача опыта и поддержка учителей. В ответ каждый из руководителей рассказывал министру о достижениях в образовании своего региона. Хочу отметить, что в Кустанайской области в текущем году будут введены около 900 новых мест. До конца этого года будут открыты 6, войдут в эксплуатацию 6 комфортных школ. Все создаваемые условия, естественно, дают свои результаты. К примеру, за прошлый учебный год мы занимаем в пятерке первых по таким международным исследованиям, как PISA, TIMSS и республиканское исследование МОДО. Еще результаты по другим предметам и озвученные Гани Бисимбаевым важные приоритеты подчеркнули для себя руководители управления образования. Это, во-первых, менеджмент, это инфраструктура, работа с педагогами, воспитательная работа и, конечно же, безопасность детей. Анализируя все те задачи, которые поставил министр, понимаю, что в Кустанайской области необходимо уделить внимание именно менеджменту, именно подбору кадров и вопросов безопасности детей, которые сегодня актуальны. В прошлом году были недочеты, сказал Гани Бисимбаев представителям управлений. Нужно изучить причины, последствия, а главное не совершать их больше в будущем. Еще важно оказывать поддержку педагогам, которые показывают профессиональные успехи, и привлекать сильные кадры в техническое и профессиональное образование. Гульнара Умарова, Ганизат Оспанов, Нурлан Шамгонов, ТДК 42.